И мы на пляже отеля Азия. Это вторая часть видео. Сделал видосик о погоде. Так, 15:38 время. Выходим, наверное, на набережную, а там еще где-то, возможно, разик я к морю спущусь. Может, возле Саритаж. Блин, хочется кофту снять. Идти в футболке, что я сразу ее одел. Потому что жарковато становится. Вот как можно верить прогнозам? Сейчас вот человек собирается ехать или не ехать, думает, да, открывает. Показывает, что сейчас плюс 14 в Алании. Какие же, блин, плюс 14, если я иду в шортах, в футболке практически, мне жарко. О каких 14 может идти разговор? Или даже это даже не 18, не то, что не 14. Ой, черепашку увидел, первый раз я здесь вижу, надо же. Получается, я вот сюда никогда не проходил, вот тут вот сюда хожу-выхожу, а вот это вот. Первый раз сюда подошел, и тут, вы видите, черепашка лежит, а я ее не видел. Даже переход есть, а я о нем и не знал. Такая черепашка. И мадам здесь есть, и кафешка работает на вынос, и люди загорают там. Очень-очень офигенная, комфортная погодка сегодня. И солнце вот именно палит, знаете, так палит именно, что даже вот эти дни, когда я показывал вам, ездил на Клеопатру, на Дамлатаж, даже вот солнце не пекло там тогда, потому что оно было за пеленой какой-то облаков, а сейчас вот чистое ясное небо, и солнце жарит вот по прикосновению солнца, это как, ну, реально как октябрь. То есть можно, я думаю, обгореть и сгореть. Воронеж, еще раз привет. Воронеж уже часто, видимо, эту машину, они живут здесь, наверное. Привет, Левобережный район. Идем проведаем Тосмара, давно я его не видел. Потом пойдем на базарчик вещевой, попытаюсь себе тоже выбрать сегодня еще какую-то вещь, кофту какую-нибудь с молнией за 50 турецких лир. Что-нибудь постараюсь подобрать. 19-й пляж. Гранд Бояр Бич. Привет, кто отдыхал. Клуб Бояр. Также впереди. Тосмур. Ух, как офигенно на солнце. Здорово вообще. Вещевой рынок так не густо, оно есть, стоят люди, никого вообще, он пусто там, где они стоят. Сейчас мы их посетим. Люди отдыхают вот с семьей, вы видите, с детишками. Не знаю, местные, не местные или наши, возможно. Sun Primacy Lounge. Ну, я думаю, что работает, потому что, ну, раз он работал. Да, работает отель, он, наверное, круглогодичный, я так думаю. Лежит, и никто его не поднимет. Безобразие какое. Чувак, вставай. Привет. Привет. Все, Тосмур на месте. И пляж Sun Primacy Lounge, пирс, пляж. Но лежаков нету, кстати. Но я думаю, что отель работает. Мне так кажется, что работает. Но почему не поставят они пару лежачков, я даже не знаю. Потому что
по-любому. Кто в нем отдыхает, кто-то бы, конечно, сейчас вот можно загорать, вполне лежать здесь. Ключи так и висят. Тосмор, не падай. Лицо этого места. Люди, повесьте его. Вдруг там кто-то русскоязычный в этой кафешке работает. Повесьте Тосмура на место, пожалуйста, и закрепите его. Чтобы он не упал. Но когда он висит, у вас же это ж ваш имидж тоже. Его лицо, это ваш имидж вашего заведения, вашего пляжа. Тем более, как я его раскручиваю, бесплатную рекламу, какую мы Тосмуру сделали. Рядов вот этих вот нет, которые вот так идут по каждой улице с рынком. Но там большой один длинный ряд есть. Мы зайдем со стороны отеля Саритаж, то есть с самого начала, либо с самого конца рынка. Много людей по набережной ходит. Да, интересно, вот, но оно, наверное, нереально сделать какие-то подсчеты. Мне кажется, что, ну, если по всем районам Алании население около 400 тысяч, мне кажется, вот декабрь, январь, я думаю, что, наверное, к миллиону населения. Ну, это мое субъективное мнение, но судя по тому, что я вижу. Может, кто-то ведет какие-то подсчеты. Потому что люди со всех провинций поприезжали, встречали здесь Новый год, стамбульцы и все остальные. Саритаж, привет, кто любит его. Английская речь вот на лавочке была. Фух, мне уже жарковато, реально. Здесь вот такой пикниковый рай создали. Стоят лавочки, мангал. Тут развалили, была что-то кафешка какая-то, что ли. А, это все, что от нее осталось, получается. Я не помню, что здесь было. Ну, походу, что-то было. Вот, когда в сезон, вы знаете, что рынок начинается здесь, вот возле Саритаж, и ряд тянется. Сейчас пойдем, я вам покажу, что там сегодня. Люди, пожалуйста, ставьте лайки, кому не лень, пожалуйста, ну, блин. Ну, просмотров 1000, лайков 50-60. Но неужели сложно взять, тыкнуть пальчиком, даже если вы не подписаны на меня? Вы же тем самым каналу поможете. Ну, спасибо тем, кто рекламу смотрит. Ее сейчас подбирают под вас именно. Вот если вы что-то искали, вам потом в рекламе это показывается. Ну, спасибо, если вы ее смотрите, не пропускаете, потому что это тоже зависит. Мое благосостояние, зонтик он кто-то забыл женский на лавочке. И почти я уверен, что его никто не возьмет, будет он лежать себе. Так, а вот котика Бесхвостого, который вот здесь где-то жил, вот сейчас в каком-то месте, либо здесь, либо да, здесь он жил, рыженький без хвоста. Мне что-то кажется, что кто-то его у меня увидел и забрал себе, потому что он очень красивый. Ну вот я уже сколько хожу, его здесь нет. А сейчас классный солнечный день, он должен быть здесь, а его нет. Сейчас посмотрю еще дальше. Может, кто-то забрал себе домой или на дачу. Ух, как же солнце светит. Сегодня вот реально загорать можно по полной. Даже обгореть и сгореть можно легко. Фонтанчик здесь что-то не работает. Уже людей полно оттуда идет. Сейчас хотелось бы туда в сторону Демчая пройтись, но, блин, надо на рынок идти. Хотя, может, после рынка я куда-то еще и попаду. Вон, рыбу отсюда ловит прям что. Ох, ничего себе, смотрите, как заливает здесь набережную эту.
Класс. Да, человек походу рыбу ловит прямо отсюда сверху. Еще чуть-чуть и волны долетали сюда. Вот 15 числа я вам завтра покажу, кто не видел, что было 2 года назад. Я не мог даже стоять снимать здесь, мне приходилось переходить на ту сторону, потому что здесь все полностью заливалось водой с моря. Представьте, какой силой был шторм, ураган. Ну, я вам покажу завтра, кто не видел. Будем надеяться, что завтра его не будет, но я уверен, что не будет. Тоже пацаны с удочками. Ну тут больше сейчас рыбаков, чем отдыхающих и загорающих. Фонтан, ты что не работаешь? А прикольно, да, сделали бы кнопочку, а человек приходит насладиться, отдохнуть, нажимает кнопочку, хлоп, фонтан включается. Но эта кнопочка то и так где-то есть, но она недоступна простым людям. Уходишь, выключил, опять сюда пришел, включил. Или, знаете, этот поставить этот самый, ну, свет, когда включается на датчик движения. Подходят люди, фонтан включился. Подошел котейка, фонтан включился. Девчонки, вы рискуете быть затопленными. Одна пробежала. Баба. Ну, они просто балуются, ловят волны, пытаются убежать потом, когда волны подходят к ним. Челлендж — останется сухим, короче. Видимость 100%. Сейчас было бы у меня приближение, мой фотик, я сходил бы сейчас на крепость, на экскурсию, так на фотиком заняться. Надо его починить. Найти. Все никак я не найду здесь. А. Сейчас бы, если бы не пандемия, людям мы бы с вами путешествовали по Анталии. Возможно, в Мерсин я бы поехал, показал вам этот город, о котором многие хотят знать, узнать. Но, блин, не поеду я в пандемию никуда. В прошлом году как раз в это время мы путешествовали, я открывал, изучал Анталию. Бродил по ней с радостью бы сейчас, побродил по такой замечательной погодке. Ну, блин, ехать в автобусе сейчас куда-то и селиться в отель, тем более, опасно. Поэтому пока никуда не поедем. Такое замечательное море. Сейчас еще посмотрим, сколько людей на набережной. Пойдем на вещевой рыночек. Солнышко вовсю светит. Ну, я думаю, что солнышко мы увидим, и потрясающей красоты закат тоже мы еще сегодня увидим. Все, это была вторая часть у нас видео. Четверга, которую вы увидите либо в пятницу, либо в субботу. Пока все. Спасибо всем за ваши лайки. Кому не лень, кто не жадный. Спасибо за дизлайки, хотя лучше бы вы отписались и ушли. Не бесили меня. Ну, хотя вы мне-то помогаете тоже своими дизлайками. Спасибо вам за это, конечно. Вы думаете, что вы мне вредите, а вы мне помогаете на самом деле. Из любимый мой комплекс жилой Альваситоси, пляж которого только что видели. Тут очень классно внутри. Тут бассейны, зелено, все красиво. Такая территория, тут барчик у них вот возле бассейна, лавочки. Очень классно здесь. Все, пока всем.